Всем привет! Лука Модрич прервал многолетнюю гегемонию Месси и Роналду и получил золотой мяч. Кто же будет следующим? Вопрос пока более чем открытый. И, конечно же, ради эксперимента можно спросить ответ на него у FIFA 19. Кого же видит в качестве следующих обладателей награды главный футбольный симулятор? Кстати, напиши в комментариях, кого бы ты хотел видеть среди владельцев золотого мяча. Ну а пока хорошие новости для вас. Кибербол и наши друзья из компании MostBet объявляем новогодний конкурс. Хотите выиграть крутые призы на Новый год? Новейший iPhone XS, консоль PlayStation 4 и наушники Beats Studio 3 с объемным звучанием и чистейшим звуком. Сделать это очень просто. Переходите по ссылке от наших друзей из MostBet в описании, и там вы найдете все условия. Участвуйте и побеждайте! Новогодние чудеса вполне реальны. Конкурс продлится до 31 декабря. Вперед по ссылке в описании и всем удачи! Возвращаемся к нашим золотым мячам. Легкое недоверие к прогнозам от FIFA 19 сразу же вселяет обладатель золотого мяча по итогам 2018 года. Им, по мнению электроников, должен был стать Лео Месси. И никакого Модрича среди претендентов. Вот мы и нашли очередных хейтеров победы Луки. Идем дальше. Золотой мяч 2019 и его обладателем, по мнению FIFA, должен стать Криштиану Роналду. Это была бы шестая награда для 34-летнего на тот момент португальца. Golden Ball 2020 и его обладателем по версии игры должен стать Пауло Дибала. Кажется, Ювентус в виртуальном футбольном мире не остановить. Золотой мяч 2021 и трофей снова отправляется в столицу Каталонии. И его обладателем станет не Месси, а Филиппе Коутинью. Год 2022 и награда вновь отправляется в Турин. И вновь ее владельцем становится Пауло Дибала. 2023 год и снова FIFA 19 видит в качестве лучшего игрока сезона аргентинца из Ювентуса. Не поверите, но и в 2024 году доминация Дибалы в виртуальном футбольном мире продолжается. И лишь в 2025-м гегемонию аргентинца прервет, кто бы вы думали, Алекс Хантер. К этому моменту уже 26-летний вымышленный герой игры, по версии разработчиков, сумеет достигнуть своего пика и получить престижный индивидуальный титул. Год 2026 и обладателем золотого мяча становится Марко Асенсио. Интересно, а как там поживают Мбаппе и Неймар? Или испанца ожидает неожиданный прорыв? И закрывает список обладателей золотого мяча на следующие 10 лет по версии FIFA 19 все тот же Марко Асенсио. Выглядит такое развитие событий совсем уж фантастическим, хотя мы уже давно привыкли, что ко всем прогнозам детища электроников нужно относиться более чем осторожно. Ставь лайк, если согласен с тем, что такой прогноз от FIFA вряд ли сбудется. Пиши в комментариях своих фаворитов на звание лучшего игрока мира на ближайшие годы. И не забывай подписываться на наш канал, чтобы быть в курсе всего самого интересного из мира футсимов. До скорого!